И снова здравствуйте, дамы и господа. Продолжаем турнир, второй день. Ё-моё, ты посмотри, клык что творит. Так, один день назад проигрыш, 22 часа назад выигрыш, 15. Так даже в категории А, возможно. Видали, что? Воскрешение дерзкого клыка-то делает. Кто бы мог подумать, у кого еще дерзкий клык стоит? А ну, напишите в комментариях. Фу. Так, ну тут, по-моему, все очевидно. И, вероятно, идем этой же компанией. Человек написал, не меняя уток. Так видео смотрится быстрее на перемотке. Сидит, сразу утки зарядились, видать, сразу перематывает. Так, желтым. Ох, как хорошенечко. Так, держи. Будем бодрить. О, тут как много желтеньких. Так, звонят. Не вовремя. Как обычно. Жалко утку, а? Заряженную. Разряжать. Раз, два, три, четыре, пять. Не хватает камней потом все равно. Блин, давай я все равно прокину вот так вот пока. А, все равно взорвалось все, да? Все полетело, все взорвалось. X3. Блин, жалко. Кого надо лучше-то нажимать, кстати? Я вот не читал ни разу. Этот мне восстановит в течение 4 ходов. Че, где? 584 4 хода. А, на. 450 за 3 хода. То есть она силит сильнее, но 3 хода. Вот и думаю, вот гадай. Так, клык будет воскресать, да? Тоже на воскрешение стоит. Дичь это. Опять желтые мимо уходят. Отлетел. Так, когда у него спадет этот щиток? Один ход остался. Так, давай сделаем. Раз. А, тут камнями добило даже. Ну, давай. Чик, есть, красиво идет. Красный центр. Синих надо брать. Но нет, идем так же. Даже синий-то есть. Так, сделаем четверку желтых. Нам чем больше желтых, тем лучше. Пить кристалл, может, какой надо было посмотреть, а? Не посмотрел. Сейчас поджог меня будет. Так, желтый нашел. Так. Давай мы его нажмем так, так и вот так вот. О, замедло. Опять у него этот щиточек стоит. Ты с этим щиточком, короче, бесишь меня. А вас бесит? Нет, он ману подрубает. Там фаес, кстати, стоит, видали? Тройка. Нет, как обычно, 1 хп и шлифанули, отлично. Здесь, короче, он, походу, заряется, да, этот китикет? А, не, кот, жди в сапогах. Без сапогов, кстати. А толку-то как бы? Не хватило мне, да? Китикет кого-то заблочит или что он делает? А, он ворует миньона. Гад такой этакий. Давай добьем, короче, этот. И потихонечку тут завершим свое все равно дело это. Вот сейчас фиолетовых зарядим. Она даст нам кое-какие бафы. Желтых зарядим. Фаеза надо было с другой стороны ставить. Или не? А, нет, все правильно. Тот хилит, а этот в овер хп выхиливает. Так, так. Опять она отразил. Так, пробуем пробивать. Кстати, баф еще можно было вот добавить. Отразить. Хорошо, что у нас стоит отражение от отражения. Опять отразить было, видели? Китти в этом плане затащила. Так, еще бафы и желтыми тремя камнями за глаза ему.
Так, идем нахрапом, даже практически нахрапом, да, идем. Желтый центр, смотрите, который наносит мне урон. Ладно, давай. Психанем. Также пойдем. Не знаю, давай зеленый кристалл сообразим. Зачем? Почему? Да, буду собирать, короче, выкидывать это все барахло. О, будет хилить в ОВРХП. Буквально считанные минуты, да, секунды. Ну, давай фиолетовых соберу. Так. Махаган заряжается. Что он делает? Костяную ловушку для целей врагов поблизости, да? Так, нормально звезданул. Ох, сейчас будет больно мне от лекаря, да? На Х2 бы зарядить, если что, чтоб нас воскрешал. То я чувствую урон-то, да, пошел урон, дамажат. Ладно, просто хилимся. Рикардо там готовится, да? Так, выхиливайтесь. Опять он будет ходить. Так, с двух ульт заберем, нет. Навряд ли, да? Туда. Здесь как лучше сделать? Здесь, наверное, чем больше прокинем, тем лучше. Давай замкнись. Камни. Нет, не замкнулись. Так, одного потеряли бойца. Блин, он хорошенько хильнул. Вообще как следует. Давай еще вот так. 5 урон сейчас будет. Так, на Х2 будем, короче, спасать себя мертвыми телами. Так, а кто вы их так хилит там потихонечку? Так. Двое спасены. Хилимся. Так, бьем на Х2 вот так. Угу. У него сопротивление есть, но будем пробовать попадать. Да, не промял я его. Не промял. Воскрешение еще стоит на этих двух, да? Может сдохнут, а? Нет, не сдохли они. Но есть четкое ощущение, что вот-вот и сдохнут. Этот корешков наплодил. Где-то, короче, я немного неправильно сходил, скорее всего. Ой, вот сейчас точно неправильно сходил. Вот не вовремя ты сдох. Стойте, не умирайте, еще есть шансы. Так. Добивай этого чем-нибудь. Утка зарядилась. Незабудка. Махиган 38. Чем убить? Камень фиолетовый есть? Нету. Рикардо надо явно глушить, короче. Он начнет хилить, это жопа будет. Но я, если его не этого не убью, тоже мне жопа будет. Он тоже звезданет, будь здоров. Желтый, фиолетовый. Нету камня, да? Ну, не вижу я. Ладно, глушим этого. Глушим вот этого. О, как хорошо пошло. Добиваю, а? Так, пробуем выхиливать. Ставим миньонов. Вот так вот. Прикрытие, кстати, для утки, да, дали? Так, Рикардо надо ложить на лопаточки. Он хоть не сопротивляется тут всем этим изощрением. Так, миньонов сейчас поставим. Вода как много.
Так, отражение сначала включили, теребьем. Чуть-чуть не добили, а ну давай вот так. Стойкость. Так, желтым добиваем одним камнем. Все, ребят, затащили. По-моему, на скиллах. На серьезных щах. Утка. Идем. Конечно, с нас диспелить надо бы что-то было взять. Давай рискнем фиолетовых еще поищем. Или вниз опустить. Большой-большой вопрос, кстати. Интересная поляна. Много интересных ходов. Давайте желтых начну потихоньку бодрить. Ага, утка еще и дозаряжается. Ладно, давай так. Тихо, не заряжай утку. Зарядили. Ловим привет от нее. Ладно, давай так, так. Замедло дали. Так, и надо как-то убирать этого утеныша, чтобы он нам кровь не сворачивал. Так, бодрим его срочно. Ну, он быстро зарядится, я смотрю. Давай еще. Ну, отдай кому-нибудь. На себе ставил. А тем временем мы выздоровели, кстати. Давай прокинем тогда вот так фиолетовый. Раз. Ригер доблочим. Так, Риггарда что, рано заблочили? Ой, как хорошо отдал. Подхилился, да, миньона кто-то родил. Ну-ка, давай, перекинь на этого, на Кэдмана. Это опять жадный оставил на себе. Ладно, у нас еще есть шанс. Вот, вот, давай. Блин, две утки все-таки имба. Ну, есть на середину. Есть контакт. Теперь надо успеть зарядить, чтобы он перекинул... На этот, который мотыльков на меня хочет наплодить. Нет, чуть-чуть промазал. Так, он плодит эти корешки, этот хилится утеныш. Все, днешками забили мы его. Так, как зарядиться-то? Давай тут покидаем, я уже не успею Кирилла явно зарядить. О, желтая какая колбаса опять. А, голову пробивают. Давай, раз, два. Корешки поставлю для лечения. Тут, наверное, вот так вот сделаю. И на X2 заряжу. А, он на X3 зарядился даже, да? И вот так погнали. Че? Даже добили. И раз... Все, имбейший опять. Пулька у меня какая хорошая получилась. Так, контратака. Идем дальше. Блин, она лечит. Здесь уже поопаснее будет. Вот этот ход интересный. Почти конем. Ход конем. Зарядилась тварь. Давай кристалл соберу. Фиолетовый раз. О, вон снизу фиолетовые соберутся, да? Я взорву, короче, снизу фиолетовые три собираются. А, вот даже вот так собрались. Так, тут надо зарядить лисю раньше, чем Кэдман по нам звезданет. Давай вот так вот. Нормально полетел. Ой, центр, прикиньте, убили. Как это мы сделали? Так, отражение стоит. Возможно, мы затащим за счет этого. Но она диспелить умеет.
Может издиспелить, да? Давай так. Смотрим. Так, сдиспелило с двоих, да? Утку зато заблочили. Вражескую. Так, это что за щиток? Отражение, да, одно отлетело. Не может наложить на себя усиление. Ну, тут надо нажимать. Урон получили. А ну 535, мы, может, сдохнем и воскреснем. Нет, 17 осталось. Может, мы все-таки сдохнем? О, как нормально дало. Не в того попали. Так. Опять не в того. Утка разблокировалась. Вот дичь-то, а. Щит маны, все, пойдет. Так сделаем, так сделаем. Все, опять вывозим, ребят. Даже все живые, да? Да. Так, утка, стой, не заряжайся, мне один камень надо было. А нет, обманул. Не один. Так, сама, короче, себя сдохла. Настя, молодец. Все, ребят, вот такой день. Интересно получилось. 2390. Все, вам, ребят, удачи. Вон тоже клык стоит. Но, кстати, повара. Пока-пока.